В Алматы стартовали городские дни карьеры. Свыше 70 работодателей представили свободные вакантные места на ярмарке в Бостандыкском районе. Специалисты ознакомили соискателей с требованиями для трудоустройства, с предложенными направлениями, а также организовали мастер-классы по самопрезентации соискателя. К слову, ярмарки пройдут во всех районах мегаполиса до 28 мая. Более 70 работодателей в каждой, получается, компании от 5 до 15 вакансий в зависимости от уровня, так скажем, да, от опыта работы соискателя. Можно найти работу и легко трудоустроиться. Мне понравилось, что во всех компаниях сферы IT есть вакантные места. Мы получили очень много полезной информации со всех компаний, что в первую очередь будет полезно для нас при выборе профессии.